Добрый день, дорогие друзья! С вами канал «Китай стал ближе», и сегодня у нас на распаковке две посылочки. Также будет много информации, а информация заключается в том, что сделал много заказов. Придут умные часы, придет много электроники, много фенечек, много-много всего. Так что смотрите, подписывайтесь, ставьте лайки, обсуждаем, говорим, что заказать, что купить, предлагайте, будем покупать, будем открывать, будем распаковывать. Ну что ж, приступим. Значит, первая посылочка. Первая посылочка у нас. У нас там что-то так хорошо запаковано. О, все, здесь пусто. Оценили посылку в $12. Шла она месяц почти с 11 ноября. Здесь у нас кошелек, который я заказывал уже себе. Хорошо, как запаковали, никак не найду, где отпаковать. Так, кошелек должен быть кожаный, вообще как полагалось, как по заказу, но сейчас посмотрим. Да, что-то похоже на прессованную кожу. На вид довольно-таки симпатично. Не ожидал. Отличный кошелек. Пока первое впечатление. Просто отличные. Кошелек кожаный. Довольно-таки хорошего качества. Кожа, правда, немного тонковатая, но все равно. А, вот косячок. Не проклеено. Нет. Не то, это не то. Так вроде все нормально. Что я могу сказать? Довольно-таки хороший кошелек. Повторюсь, кошелек хорошего качества. Прервали меня тут немножко. Звонок был, извините. Кошелек достойный, да, большой, но я думаю, для делового человека довольно-таки солидно. Скину ссылку на этот товар обязательно в описании. Читайте описание. Давайте второй откроем. Второй у нас, я, наверное, предполагаю, что подставка тут должна быть. А, не подставка, крепление. Крепление для телефона. Поскольку я предполагал, что это будет она. Да. Вот такая штучка. Вот будет крепиться на штатив. И закрепляться телефон. Как это выглядит, скину фотографию, потому что снимаю на телефон, не могу сейчас закрепить телефон. Скину на камеру, точнее сфотографирую на камеру, скину, фотографии будут. Как это будет выглядеть. Жду штатив, никак не придет штатив, заказал уже 2 месяца, не придет, не приходит штатив, так что приходится снимать на телефон. Ну, на сегодня все с распаковками. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Ждем следующих товаров. Еще раз повторюсь, прошло много заказов, так что ждем товаров.